моя страница. Сегодня я тоже отношусь к нему как к человеку, при котором я бы не хотел плохо шутить. Вот у меня есть два таких человека на сегодняшний день в жизни. Это моя мама и Леня Филат. Леня был для меня учителем. Теперь есть модное слово такое — гуру. Вот он был моим гуру. Однажды мы с ним шли в мороз. Мы замерзли, а у нас 20 копеек в кармане на двоих. А выставка художника Караколпакия. И Леня говорит: давай зайдем посмотрим. Хорошее дело. Погреемся. Мы зашли, там вообще никого не было никогда с момента открытия. И вот эта девушка, которая стережет книгу отзывов, она в восторг пришла. Два молодых человека рассматривают расписные поплавки художников Караколпакии, там сети. И Леня мне говорит: давай напишем отзыв. И, друзья мои, вы сейчас, как есть такой писатель-сатирик Задорнов, он часто говорит: наберите воздуха в грудь. Вот он прав. Вы наберите. И этот Леня, значит, пишет. Кто знал, что он будет Филатовым, а я Задорным? Да никто. И нам по 18 лет. И он пишет по диагонали: охренительно. Только по-русски. Ну да. Ну то есть в переводе на каракалпакский. Ну в переводе на каракалпакский. Это так. И он мне говорит: чтобы не было ощущения, что это кто-то нахулиганил, давай подпишемся. Вень, мы подписались. Это уже Филатов. Ты понимаешь, да? Это честный гражданин. Очень. Вообще главное влияние на меня Филатова — это, конечно, его стихи. Когда он сел в позу Пушкина, поджав одну ногу под себя, и нашему другу написал стихи на свадьбу, один из первых наших друзей женился, и там были слова: окна в белый снег одеты, словно в белые манжеты, и дома торжественны, прямые, величавы, как родня невесты при венчанье. Я первый раз услышал современные мощные яркие рифмы. А далее: мерзли розы в целлофане, мы друг друга целовали. Ох, красиво. Гости пили, и мурлыкал кот светло и сонно свадебные марши Мендельсона. Я был потрясен этими стихами. Филатов меня всегда удивлял как поэт. Я недавно участвовал в вечере Евтушенко, я прочитал пародию Филатова. Я попивал мартини и бордо, как точное начало. Я примерял не нашинские запонки, но ни одна Бриджит Бардо на Западе мне не заменит огни Бардо. На станции зима случилось так, неграмотная русская снабженка сказала мне по-нашинскому: Женька, едит твою тудыть твою растак. Потом, садясь в проезжий самосвал, она меня похлопала по заднице, а это для поэта. Как вы знаете. Повыше всяческих похвал. Людей неинтересных в мире нет. Таганка.